Вот Барри гуляет вместе с Лилой. Недельку мы занимаемся с Барри чисткой его ушей. Пока что даже пока что не лечим, пока что их просто чистим, потому что там такие многолетние многослойные отложения и неизвестно, есть ли там что-то дальше, там ближе к барабанной перепонке, есть ли барабанные перепонки, но пока до них мы еще не добрались, мы пока что его залежи размываем ушные, а размывать есть что. Баричка, ты слышишь меня? Может быть, уже даже и слышишь что-то? Хорошо. Вначале там, конечно, была вообще жесть жестяная, там, как песок в ушах, всякие струпья. Даже рассказывать не могу, чтобы вас не пугать на ночь глядя. Это Лила. Спрашивали меня, как Лила с другими собаками. Ну, нормально Лила с другими собаками. Если другие собаки не пытаются с нее шкуру снять, она настроена на позитив, на конструктив. Барри с другими собаками по-разному. Он все-таки аксакал. Он не очень любит конкуренции, но вот с Лилой нормально находит общий язык. Они друг друга не трогают, уважительно относятся. Вот. Так что вот такая вот компания у нас в приюте для животных Сириус гуляет.